Да, Екатерину Ивашкиль. Она также представит свои работы, выполненные в технике handmade. И это также называется и номинация. Но я думаю, что некоторые работы вы смогли увидеть, когда заходили в этот зал. Так ведь? Кто был внимательным и обратил внимание на столик, который стоял слева от входа? Ты был внимательным. Наверное, мы с тобой только два человека внимательные, что ли? Еще некоторые видели. Поднимите руки, кто уже обратил внимание на это прекрасное творчество. Ага, вы просто стеснялись. Были такие люди. Молодцы. Итак, Катя, тебе уже дали микрофончик, да? Скажи, пожалуйста, у тебя такие настолько разнообразные работы. Чем ты вообще увлекаешься и какая из вот этих работ тебе нравится больше всего, о которой ты хотела бы рассказать? Ну, рукоделием я увлекаюсь давно. Ну, это еще связано, наверное, с моей профессией, я учитель трудового обучения. Ну, по долгу службы, да, положено? Понятно. Значит, я думаю, что это мы видим маленькую экспозицию твоих работ. Да, сегодня и все. Спасибо, ясно. Ну, мне нравятся все работы. Больше всего, наверное, мне нравится вот это. Это необычная техника. Она называется кракле. Это яичная скорлупа. Так, кто хотел бы поинтересоваться, может потом ближе подойти, рассмотреть. Увидишь, да, здесь яичная скорлупа. Также идет сверху декор. Это бисер и пудра. Блеск. Ну, очень интересно. Понятно, очень красиво, да. А это, я так понимаю, зернышки кофе. Да, это свеча внутри, мы видим, это парафиновая свеча, и зерна кофе идут, ну, идут как декор. Понятно. То есть ты сама кофе не пьешь, да. А зернышки используешь? Молодец, правильно. Замечательные работы. Спасибо тебе большое, Катенька. Пожалуйста, провожаем Катю с ней работами. Замечательно. Очень интересно, какая у нас талантливая молодежь.